Самая первая долгожданная ягода – клубника, и это повод для праздника, а также прекрасная возможность не только полакомиться вкуснейшей ароматной ягодой, но и провести свободное время с друзьями, семьей и близкими. Земляничный бал проводится в поселке уже 5-й год по инициативе администрации поселения и руководства ЗАО «Совхоз имени Ленина», лидера по выращиванию клубники в России. В окружении земляничных полей нельзя не отдать должное этой ягоде и не устроить бал в ее честь. Мы любим земляничный день. Мы всем рассказываем стихи, мы играем в стихи. Будем веселиться, будем петь, играть. Здесь, в парке, мы проводим второй раз. До этого проводили на территорию пруда. Детей много, детям эти праздники нравятся, поэтому мы, в общем-то, считаем, что на правильном пути, потому что как только ты видишь детские улыбки, значит, дети счастливы, и это хорошо. После театрального представления детвору ждала игровая программа. Все конкурсные испытания были посвящены одной тематике, конечно же, клубничной. Площадки, где проходили мастер-классы, организаторы назвали станциями. На дисках клубники ребята демонстрировали свое танцевальное мастерство. Поссорились, помирились, поссорились, помирились. По кругу идем. Раз, два, три, притоп, назад, два, три, притоп. Проявить декоративно-прикладное творчество можно было, создав своими руками открытки пожелания или смастерить клубничку из глины. На станции «Семушка» делали соломенных кукол. Здесь маленькие посельчане вдоволь пофантазировали, и из пучков соломы получились настоящие славянские обереги. Я прошла сейчас все станции, сейчас получу много-много сладостей, клубники в шоколаде, булочек много. Вот, было весело, станции все классные. К особой радости участников праздника после игр и конкурсов всех ожидали вкусные угощения, которые приготовил коллектив «Кафе Ягода». Пирожки, компот, свежая клубника в стаканчиках. Ребята уплетали за обе щеки земляничные лакомства. Пончик с клубникой и еще один пончик в пудре и в клубнике. И сок клубничный. А вот еще один талон, там будет шоколадный фонтан. Шоколадный фонтан стал настоящим украшением праздника. Желающих угоститься необычными конфетами было очень много. За клубникой в шоколаде выстроилась огромная очередь. Здесь очень классно, есть всякие конкурсы, классные горки, все такое. Я здесь с друзьями, с сестрой, мы гуляем, и очень классно здесь. Праздник хороший, весело, солнечный день, очень красивый. Земляничный бал ежегодно привлекает огромное количество посетителей, объединенных любовью к этой ягоде. И здесь возможно не только насладиться разнообразными блюдами из нее, но и просто повеселиться, узнать что-то новое для себя. В общем, хорошо провести время. Наталья Буслаева и Адамия Елена Кошелева, Видное ТВ.